Буквально две недели тому назад завершилась одна из лучших в этом году компьютерных выставок Gamescom 2009. С 19 по 23 августа в Кёльне, Германия, были представлены новинки аппаратного и программного обеспечения 458 компаний из более чем 30 стран. Крупнейшие производители компьютерных игр показали на выставке свои новинки и приоткрыли занавес над будущими проектами. В нашем сегодняшнем рейтинге игры будут распределены по номинациям, а не по местам. Лучшие игры для всех основных игровых консолей, лучшие издатели и разработчики игр. Все это есть в нашем сегодняшнем рейтинге. Номинаций много, так что не будем затягивать и перейдем к самому интересному, к победителям. Лучшая игра для персонального компьютера — «Мафия 2». Сюжет в «Мафия 2» не будет иметь ничего общего с первой частью игры. «Мафия» перенесет нас в город, который очень похож на Нью-Йорк и будет называться Empire City. Город будет в два раза больше, чем в первой игре, и в нем будет много различных достопримечательностей. Разработчики хорошо поработали над реальностью в игре. Воссоздано все, от бытовой техники до машин, которые были в 40-х-50-х годах. Все, что мы увидим в «Мафия 2», реально существовало в те времена. Выход игры запланирован на 28 февраля 2010 года. Лучшая игра для консоли Xbox 360 — Mass Effect 2. Mass Effect 2 — видеоигра, разрабатываемая компанией BioWare, является прямым продолжением Mass Effect — игры, выпущенной в недалеком 2007-м. Разработка игры началась почти сразу после выхода первой части. О сюжете известно лишь то, что события второй части игры будут следовать сразу после событий книги Mass Effect Ascension. Кейси Хадсон, руководитель проектов BioWare, заявил, что игрокам не следует удалять свои сохраненные игры первой части. Выборы, сделанные игроком в первой части, будут иметь влияние и на вторую. Не игравшие в первую часть могут создать нового персонажа и получат краткое содержание предыдущих событий серии. Mass Effect интересна тем, что события игр тесно перекликаются с событиями, описываемыми в одноименных книгах. Выход игры запланирован на первую половину 2010 года. Лучшая игра для PlayStation 3 — Heavy Rain. О Heavy Rain сказано и написано уже столько, что у разработчиков игры просто нет права на ошибку. Необычное управление, умопомрачительная графика, гигантский сценарий, насчитывающий 2000 страниц, нелинейность сюжета. Мысли персонажа, его действия и слова — все это будет влиять на последующие события в игре. Например, в одной из сцен Норман Джайден допрашивает подозреваемого по имени Сумасшедший Джек. И в это время он начинает трястись от симптомов ломки, появляются кнопки действий. Если Норман не сможет отобрать у него наркотики, последует сценарий, в котором Норману придется спасаться из машины, прежде чем она упадет в дробилку, убив его. Вот такая вот игра должна появиться на полках магазина в следующем году. Если, конечно, разработчики опять не перенесут дату релиза. I did for love. Лучшая игра для Wii — Silent Hill Shattered Memories. Легендарный Silent Hill возвращается. За основу сюжета взята история о Гарри Мейсоне, который потерял свою дочку Шерил в Silent Hill'е после аварии на машине. Отличительной чертой игры является то, что сюжет и все, что происходит на экране, будет меняться от тех или иных действий игрока. На данный момент известно, что в игре будет полное отсутствие какого-либо оружия. Тем самым разработчики хотят показать всю суть одиночества и беспомощности главного героя. В качестве защиты от монстров послужат всевозможные укрытия, баррикады и обычные световые шашки. Среди нововведений стоит отметить систему психологического профиля игрока. По словам разработчиков, данная система запоминает все реакции персонажа, после чего, по результатам которой, она строит динамические препятствия на пути у игрока.
лучшая игрока для PSP Little Big Planet. Эта игра завоевала как неудовлетворительные отзывы критиков, так и любовь миллионов пользователей игровой платформы PSP. Главный персонаж игры — маленький тряпичный человечек Sackboy и его подруга Sackgirl. Вся игра происходит в жанре платформер. Несмотря на то, что игра уже содержит много заранее созданных уровней, игроки могут полностью изменять уже как готовые уровни, так и создавать новые. Также свои уровни можно выкладывать в интернет, а затем играть по сети либо одному, либо пригласить в игру друзей. Вот и все на сегодня. На следующей неделе мы познакомим вас с еще 5 номинациями. В их числе лучший разработчик игр, лучший издатель и лучшая игра выставки.